Зимою бійся вовка, а літом мухи. Українська народна приказка. А щоб нічого не боятися, варто дивитися нашу програму. Я Наталія Яковенко, це програма «Будьте здорові». Вітаю вас! Якщо навесні алергікам не дає жити буйне цвітіння дерев і квітів, то влітку цвітіння трави і бур'яна, комахи і навіть сонце. Сьогодні ми будемо говорити про літню алергію. Наші гості – генеральний директор і головний лікар клініки імунології та алергології «Форпост» Олександр Назаренко і лікар-алерголог-імунолог Галина Назаренко. Панове, я вітаю вас у студії, я дякую, що ви прийшли, адже минулого разу ми з вами домовлялися, що новий сезон ми починаємо з вами і готуємо наших глядачів. Тому я рада вас вітати в нашій студії. Дорогі друзі, я нагадаю, що свої запитання нашим гостям ви можете поставити під час прямого ефіру за телефоном, який ви бачите на екрані, або на нашій сторінці у Фейсбук, ось так вона виглядає, заходьте, дописуйте. Ну що, ми сьогодні починаємо говорити про літню алергію. Тема цікава, але спершу я пропоную почати нашу програму з сюжету. Ми були у вас у клініці і познайомилися з однією дуже цікавою дівчиною, яка не зважала на свої прояви алергії, але одного разу 5 хвилин змінило її життя. Дивимось. Увага на екран. Історія киянки Оксани є досить повчальною. Насамперед, через те, що ще раз продемонструвала, займатися самолікуванням може бути небезпечно не тільки для вашого здоров'я, а й для життя. А починалася історія так. Вечером я вирішила почистити організм. Купила розтаропшу в аптеці і, думаю, прочитала все, що необхідно зробити. Беремо чайну ложечку трави, кладемо в рот і запиваємо її водою. Все замечательно. Мой муж проходил данную очистку данным препаратом в течение многих лет, и все замечательно у него получалось. А у Оксани не склалося. Ті 5 хвилин відразу після прийому препарату жінка запам'ятала на все життя. Одна минута я почувствовала удушение, 2 минуты муж уже вызвал скорую, 3 минуты я потеряла сознание. Вот. В течение 3 минут я потеряла сознание, муж не растерялся, вызвал рвоту, что привело меня в сознание. Через 4 минуты приехала скорая помощь и сказали, что у меня остановка сердца, и начали уже возвращать меня к жизни. То був анафілактичний шок – алергічна реакція на траву розторопші, а точніше на досить агресивний білок, що міститься у цій рослині. Тут у нього були сухі листя цієї розторопші, і цього білка було в десятки разів більше. І вона його випила, і він був в мілкому, в порошку, швидко осів на слизистій горло, і швидко дуже почався отек квінки. Якщо б не вовремя оказана допомога, пацієнтка б могла погибнути. А проте перебуванням у реанімації пригоди нашої героїні не закінчилися. Анафілактичний шок повлік за собою деякі побічні ефекти. Це проявлялося постійною крапівницею, це проявлялося отеком квінки. І моя життя превратилась, знаєте, в такий сплошний пузир, грубо говоря. Проблема ускладнювалася ще й тим, що лікарі-алергологи у кількох спеціалізованих центрах зарадити Оксані нічим не змогли. Виявити алерген було досить складно. Допомогти Оксані взялись у клініці «Форпост». У нее после аллергического стресса этого запустилась более сильнее система перекрестной пищевой, потому что подобные белки, которые в расторопши, которые в амброзе, содержатся практически во всех продуктах растительной пищи. И антитела, которые к амброзии и к расторопши, связываются с продуктами питания. И поэтому она стала реагировать практически на все фрукты, овощи. И этот белок еще плох тем, что он термостабилен. Даже если пищу подвергать термической обработке, этот белок не разрушается, сохраняются аллергенные свойства. Встановити причину всіх проблем жінці допоміг найсучасніший метод виявлення алергії – молекулярна діагностика та унікальне лабораторне обладнання клініки. Особливо важливою частиною такої діагностики є проведення досліджень на єдиному в Україні приладі під назвою ISAAC і використання так званих алергочіпів до нього. Це метод, який дозволяє провести
визначення до 112 різних алергенних білків з використанням мінімальної кількості сироватки крові. Для цього достатньо лише 30 мікролітрів, і що дозволяє провести дослідження зовсім маленьких дітей, оскільки можна взяти кров не лише із вени, а й з пальця. Лікування Оксани у клініці «Форпост» тривало 2,5 роки. Нині жінка залишається під наглядом лікарів. Вони мають пересвідчитись, що проблему усунули. Імунна система жінки запрацювала як треба, і більше алергічних потрясінь у її житті не буде. И мне бы хотелось всем посоветовать, пожалуйста, следите за своим здоровьем, и аллергия на самом деле это очень серьезная вещь. Желаю всем быть здоровыми, удачи и всех благ. Отже, Олександре, ви були особистим лікарем цієї Оксани. Да. І що мене здивувало, така всім відома розторопша, всі її використовують. Скажіть мені, будь ласка, в неї одномоментно сталася алергія? Чи, можливо, це вона була, але вона не зважала на неї? Ну, діло в тому, що алергія в один момент не наступає. У пацієнтки, у Оксани, у неї вже какое-то время, це може бути действительно несколько лет, може 10 лет, потихоньку эти антитела набирались. Она контактировала с этими белками. Иммунная система их воспринимает как очень опасное для себя и пытается, наоборот, защититься. И выделяет, вырабатывает большее количество этих антител, ну, IgE, ну, привыкли в русско-украинской транскрипции называть IgE-антитела. Они изначально защитные, но когда иммунитет воспринимает этот белок опасный, его больше и больше вырабатывается. Этого белка было уже много, и она пока на него не реагировала. Но если было с ней поговорить, уже потом мы разбирались, она говорит, что она реагировала на специи. Вот когда она специями посыпала, ну, не никто же не обращает внимания на это, так как там мы готовим шашлык, мы реагируем на перец, там, чихаем и все. Но это уже были начало проявления, потому что вот этого белка пектотлиазы, которая в амброзии, в той же расторопше, этот белка становится больше в очень спелых фруктах. То есть белок изначально в растении – это для защиты от бактерий. Когда растение начинает разрушаться, или очень спелый фрукт, уже белка этого становится в десятки раз больше. И вот когда он был сухой в этом, она и реагировать слегка начала, но думала, что это не аллергия, а просто раздражение на какой-то там перец. И вот когда она выпила эту расторопшу, опять же сухая, мелко измельченная, начался отек сразу клинки, отек горла. И дело в том, что это был старт, запуск активности антител. Они были, их было много, но они были слегка активны. Это называется специфический стресс. Иногда, то есть что такое специфический? То есть на конкретный аллерген. Это может быть и другой какой-то стресс. Пациент часто носит себе антитела к чему-то и считает, нет аллергии. Человек может простудиться, грипп, вирусная инфекция, просто психоэмоциональная перегрузка, операция, все что угодно. Часто пациент говорит, я заболел после гриппа. Нет, это была последняя капля. Вот и у нее вот эта капля была, но она была настолько активной и агрессивной, что могли потерять человека. И уже потом, когда ей оказали помощь, выписали со стационара, она вышла и стала реагировать уже на все продукты, потому что там почти везде есть этот белок. Олександре, в чому річ? Чому в інших клініках не змогли поставити, виявити цей алерген? Це справа от в молекулярній діагностиці? Да, безусловно. Ну, сейчас при всем том, у нас в Украине достаточно хорошо, серьезно развивается молекулярная аллергология. В нашей клинике располагается Украинская школа молекулярной аллергологии. Это Нюнімаї филиал, это филиал международного университета, который находится в Венском медицинском университете. И у нас вот в этот четверг, пятница и суббота
уже 30-я школа, когда в течение двух дней врачи приезжают, в течение двух дней получают те лекции, те знания. У нас есть свой лекторский контингент, все это доктора обучались в Венском университете. Поэтому у нас уже достаточно много, у нас большая половина врачей-аллергологов, у нас их в Украине 390, большая половина уже очень грамотные, остальные на подходе. Поэтому в других просто клиниках они попали там, где врачи не владели пока современными методиками, либо не было оборудования, потому что иммунокапа у нас точной диагностики в Украине 8, работает 4 всего, потому что нет финансирования, понимаете? А иммунокайзик, вот где сразу 112 белков, он один, его достаточно, в принципе. Тобто один на всю Украину, и вы кажете, что цього достатньо? В принципе, да, он не загружен в большой объеме. Просто сейчас предлагают некоторые другие методики. То есть везде идет какая-то конкуренция, все хотят что-то сделать, но всегда нужно ориентироваться на медицинские организации мировые, европейские, рекомендации ВОЗ, Всемирная организация, рекомендации ЯКИ, это Европейская академия аллергологов, потому что есть точные методики, а есть методики, имеющие погрешность, то есть реклама разная бывает. Вопрос стоит в том, что делается в мире, что рекомендуют європейські конгреси, общества. Наскільки я зрозуміла, то ви пропонуєте своїм клієнтам саме європейський сервіс. Только. Есть стандарты, есть консенсусы, как обследовать. Есть консенсус европейский. Тобто ви працюєте за тими протоколами, що працюють в усьому світі? Безусловно. Просто протокол – очень важная вещь. Но надо не забывать, что мы лечим не болезнь, а лечим человека. Есть индивидуальность. Потому что протокол – это не вот только так идти. Это направление. И рекомендации. Например, рекомендуют Айзик, рекомендуют тот же иммунокап. Это стандарты, доказанные сотни, тысячи публикаций мировые. Поэтому и он себя оправдывает. У нас, например, иммунокап уже в Украине около 10 лет. Айзик уже находится 2,5 года. И уже сотни вылеченных пациентов. А чому так довго йшло лікування і як воно проходило? Я так розумію, що людина прийшла до вас у критичному стані, і щоб ви ще не застосували імунопрофілактику, про яку я вже знаю з нашої минулої програми, але ж ви щось призначали. Яке було лікування і чому воно було таким довгим? Вона прийшла не в критичному, їй оказали неотложну допомогу в державних структурах, зробили все ідеально, правильно, а далі необхідно було розібратися, в чому причина. Почему она так реагирует? Ведь человек может всякие высыпания, отеки быть совсем не связанные с аллергией, а связанные с проблемами желудочно-кишечного тракта, с проблемами эндокринной системы, масса разных причин. Провелось обследование, нашли причину, просто это недолго. Она проходила терапию, аллерген-специфическую иммунотерапию, 2,5 года. Сегодня это очень маленькое время. Раньше такую терапию 5-7 лет проводили. Просто здесь вводится виновный аллерген, аллерговакцина в маленьких дозах. Это стандартизированная вакцина. То есть нужно начинать с минимальных доз. Вот в течение, например, первых 3 месяцев инъекция идет один раз в неделю. И каждая доза повышается. Например, первая инъекция, доза, всего одна активная единица. Уже через 3 месяца 10 тысяч таких единиц. Если такую дозу ввести в первый день, у человека будет сильнейшая реакция. И потом инъекция идет один раз в месяц. И вот уже на третьей, четвертой инъекции лечебной уже человек уже чувствует улучшение. Даже если взять инициирующую фазу, подъем когда дозы, первая, и через 3 месяца человек уже, там будет покраснение, гиперемия. Сегодня идут разработки серьезные. Например, в Венском университете у профессора Валента идут клинические испытания последние аллерговакцины к летним травам, которые сейчас наступят. И через лет 3-4-5 лет эта вакцина будет доступна, и там лечение будет всего 4 месяца. Всего 4 инъекции. Это, в принципе, сегодняшний день это фантастика. Но это уже реальные вещи. И ось, в принципе, я так розумію, пройшло 2,5 роки, вона себе відчуває більш-менш нормально. Що ви пропонуєте їй зараз? Як часто вона повинна приходити до вас і проходити, можливо, якісь профілактичні лікування? Чи його взагалі немає? Ні, діло в тому, що таке лікування? Це імунотерапія специфічна. На цьому фоні була дополнительна терапія. У нього були проблеми там, с печенью, желчной, которые необходимо было нормализовать, чтобы
иммунная система не отвлекалась на псевдоаллергические моменты, а непосредственно шла перестройка самой иммунной системы. И человек закончил терапию, но иммунная система еще продолжает работать, продолжает снижаться так называемые Т-хелперы 2, уменьшаться количество аллергических антител, у нее еще аллергические антитела повышенные, они просто утратили свою активность, она не реагирует на аллерген, и антитела еще снижаются. А так называемые лечебные или блокирующие антитела, они еще поднимаются, и после лечения это может быть до 3 лет. Угу. Поэтому она находится под наблюдением, ей даются рекомендации пока избегать или тех, или других продуктов, или ограничивать ее. Смотрится ее раз там в полгода, как изменяется иммунная система. Когда у нее IgE, IgE антитела к амброзии, к белку пепитоляза уйдут в норму, блокирующие поднимутся, мы скажем, что можешь жить так, як ти хочеш. До побачення. До побачення. Галино, ви не засумували? Ні. Давайте ми поговоримо з вами. Стосовно, ми анонсували, що у нас сьогодні буде розмова про літню алергію. Так. Давайте про неї поговоримо. В чому ж різниця між алергією, що була навесні, та ось буде літо, що очікує наших глядачів, хто страждає на алергію? Ну, можна сказати, що такої суттєвої різниці немає, тому що там був пилок дерев, а тут пилок просто рослин, які трави. Ростуть трави, і вони пускають свою пыльцу, і, відповідно, на них теж можливе розвиття алергічної реакції. Ілі кон'юктивіта, ілі рініта, ілі дерматита, ілі саме таке тяжеле проявлення – це астматичного бронхіта обструктивного ілі бронхіальної астми. Ви знаєте, нещодавно подивилася на одному з каналів сюжет, було сказано, що кожна четверта людина страждає на алергію. Це дійсно так? Статистика саме така? Так, і чим далі, тим більше. К 30-му року говорять про те, що кожен людина на планеті Земля або буде у нього однократна алергічна реакція, або ж він потенціально, можливо, постійна алергічна реакція. Тобто ми йдемо до того, що наша імунна система в зв'язку с изменением, скажем, окружающего мира, и, возможно, иммунная система не успевает адаптироваться к быстрым изменяющимся условиям. Это приводит к тому, что иммунная система пытается более агрессивно реагировать, более интенсивно, и это приводит к вот этой гиперреакции, которую мы называем аллергией, потому что аллергия на самом деле это защитная реакция организма, просто гиперреактивная. Ну, от у мене написано, що середня кількість пилку визначається в кубічному метрі повітря. Яка концентрація цього пилу повинна бути для того, щоб виникла алергія, тобто шкідлива для людини? Такого немає. Немає. В принципі, вважається, більше 4 зерен в кубическом метре уже будут вызывать реакцию. Вот я перебиваюсь немножко, да? Вот, например, в этом году было связано с цветением деревьев, да? Поздняя весна, но та же береза, она должна за свой сезон, вот среднее дерево, выделяет более 1 000 000 пыльцевых зерен. Если раньше, когда весна такая, как положено, оно цветет себе и меньше пыльцы. Сейчас дереву нужно было успеть в очень короткий срок. Поэтому в 20 раз больше было пыльцы, чем обычно каждую весну. Чи зросла у вас кількість пацієнтів в цей час? Звісно, ми це дуже прочувствовали, звісно, тому що пацієнтів було значительно більше кількість. Я би навіть сказала, ті пацієнти, які в предыдущі роки не так реагували інтенсивно, вони в этот год вони прийшли. Ну, тому що все одразу, да? Все одразу в великому кількості. А от дивіться, говорять, що антигістамінні препарати зараз не дуже ефективні, хоча вже є третє, четверте покоління препаратів. Що ви тоді в такий критичний період призначаєте своїм пациентам? Ну, на самом деле это все называется симптоматическая терапия. Так. То есть это терапия, которая помогает организму снять симптомы. То есть какие препараты это будут? Антигистаминные, кромоны или глюкокортикоиды, или антигистаминные местного действия. Сейчас достаточно широкий арсенал препаратов антигистаминных, опять-таки, которые применяются местно. То есть это глазные капли, спреи в нос, накожные различные антигистаминные препараты. Если симптоматическая терапия, если не помогают антигистаминные, доктор имеет арсенал, чем помочь пациенту, кроме антигистаминных препаратов. То есть могут призначаться и гормоны? Соответственно, да, безусловно. И там да. Капельницы, да. Физиопроцедуры, ну, набирается комплекс целый. Хотіла у вас, знаєте, про що запитати? От, наприклад, амброзія, розторопша, полин, це ми вже зрозуміли. А які ще трави найбільше викликають алергію?
Ну, я бы хотела сказать, допустим, про... Вот сейчас мы ехали, топали, да, сегодня особенно интенсивно. Два дня был дождь, и сегодня полетела пыльца тополя. И очень такое распространенное мнение среди людей, что пыльца тополя является аллергеном, и вот тополь отцветет, и у меня жизнь начнется, начну жить сначала, да. Вот, ну, хочу сказать, что на самом деле аллергию вызывает не сама пыльца тополя, а... То, что собирает другая пыльца других растений, прежде всего это луговые травы, которые цветут в этот период, и они оседают на этих, на крупных пылинках, на этих шерстинках, что ли, этого тополя, и пыльца, тополь получается как доносчик до слизистой носа. Тобто не він є транспортер. Транспортер. Да. Він просто доставляє алергени нам. Если говорить о научном, как бы, то на самом деле аллергическую реакцию вызывают белки, которые имеют определенную, определенную массу, вес. Молекулярную массу. Да. И просто пыльца тополя, она очень крупная и очень тяжелая, и она не является непосредственным аллергеном. А среди растений, которые цветут летом, это прежде всего колосковые, злаковые, и луговые, и сорные травы, и злаковые, которые культурные, и пшеница, рожь, и овес, они также пускают свою пыльцу, но она более тяжелая, и на нее, в принципе, реакция меньше, это нужно жить где-то возле поля или в деревне, возможно, скажем так, и тогда, возможно, разовьется сенсибилизация, непосредственно первичная сенсибилизация, аллергия к пыльце этих культурных растений. А давайте скажем, какие ознаки, какие симптомы цієї аллергии? Все ж таки, щоб наші глядачі, хто живуть біля таких полів, в принципі, вони всі знають. Вони всі знають? Ну, може бути, перші роки. Може, вони думають, що це якийсь вірус, захворів. Ну, на самом деле, так. Перший, може бути, другий рік проявлення. І люди, звісно, в основному думають, що це, мабуть, я простудився, мабуть. Вони не вірять навіть психологічно, мабуть, не хочуть повірити, що це все-таки алергічна реакція. Когда она повторяется на следующий год в один и тот же период времени, они начинают догадываться, а может быть это аллергия. Либо же если у родителей, либо у детей проявляется, тоже также возникает подозрение. Возможно, и это у меня тоже аллергическая реакция. Ну, вы, до речи, сказали про реакцию людей на аллергию. И я так само дивилася, значит, у сюжете, там, где запитували, выбрали людей с ознаками аллергии. Тобто сльозотеча, нистеча, пливе, щось там червоне. И запитують, взагалі, ви лікуєтесь? Ви виявили, який у вас алерген? Що ви робите? Він каже, та ні, відквітне і все пройде. Потім інший сказав, це дорого, воно і так пройде. От давайте ще раз скажемо, якщо не лікувати алергію, що буде нас очікувати? Есть такое понимание у докторов-аллергологов, скажем так, что прогрессирование, возможно ли прогрессирование аллергии, что будет действительно, если я не буду лечиться. Есть такое как бы выражение, что возможно проявление усиления аллергической реакции вширь и вглубь. Что значит вглубь? Сначала возможно это проявление только конъюнктивита, ринита, то есть куда пыльца попадает, кожа менее чувствительна, более устойчивая, слизистая носа, глаз более чувствительный. Соответственно, там конъюнктивит, ринит, ну, может быть, в горле першит, фарингит. Дальше, если количество антител увеличивается с каждым годом, на следующий год это уже будет фарингит, трахеит и, возможно, дальше бронхиальная астма. Следующий этап – это возможные аллергические реакции в виде обструкции, бронхообструкции, а также, возможно, переход, перекрестное развитие перекрестной аллергической реакции на продукты питания, как мы видели в этом сюжете, какие-то анафилактоидные реакции, крапивница и так далее. Это как бы усиление, усугубление аллергической реакции вглубь. Что такое вширь? Вначале, допустим, аллергическая реакция только на березу, весеннюю там пыльцу, а в дальнейшем, если не лечиться, возможно, в дальнейшем развитие аллергической реакции на пыльцу луговых трав или сорных трав, на клещи домашней пыли и так далее. Все, что подходит вот под размеры белка, который может вызвать аллергическую реакцию, соответственно, может расширяться. Это зависит от состояния иммунной системы, пациента, от его, скажем, сопутствующих заболеваний, устойчивости, можно сказать, вообще организма и иммунитета, условий жизни и генетическая предрасположенность. А это правда, такие выслів є, що якщо стомлюється иммунная система, то з'являється алергія? Что вы скажете своего досвіду? Здесь, знаете, часто говорят, иммунитет поднялся, иммунитет упал. Дело в том, что если взять аллергию,
то одни звенья иммунной системы – это будет гиперреакция, то есть сверхреакция. Слово «аллергия» это переводится «сверхреакция». И в это время чересчур реагируют сильно на определенные подразные килораздражители, белки иммунной системы. И в это же время другое идет снижение других иммунных клеток, тех же Т-хелперов первого типа, которые у нас отвечают за противоинфекционный иммунитет. Очень часто бывает так, ведь древние мудрецы, что интересно, еще в сыву давнину, я кажу, говорили, что аллергия – это мешок сотни болезней. Что человек зря воспринимает это. Ну вот как Оксана, которую мы сегодня видели, она так воспринимать не будет аллергию, что это почесалось, почихало, да и прошло. Это целая каскад нарушений в иммунной системе, который будет приводить к повышению чувствительности к герпес-вирусной инфекции, к бактериальной инфекции и к другим. Просто вот то, что когда мы говорили о симптомах аллергии, мы немножко забываем всегда, есть же аллергия вот пыльцевая, ну, респираторная, есть пищевая, а есть перекрестная. Перекрестная, когда аллергия к пыльце, а подобные белки находятся в продуктах питания. То есть идет перекрестное. Человек, если он говорит, да я только там лето, весна почихал и забыл. Нет, он забывает о том, что эти же белки будут ему попадаться круглогодично. И он будет зимой реагировать какой-то крапивницей, каким-то зудом, и будет думать, что это у него продукт какой-то химии загрязнен, или это там еще что-то. На самом деле это будут именно аллергические проявления. Давайте тут поставимо крапочку, послухаємо нашого глядача. Ви дасте відповідь. Вітаю вас, ви з нами. Як вас звати? Звідки ви? Здравствуйте, здравствуйте. Мене звати Світлана. Так, Світлана. Я хотіла вопрос такий задати. У нас мальчик, він часто, звісно, хворає, 6 років скоро. У апрелі перехворав 2 рази обструктивним бронхітом. Перший раз у початку місяця, другий раз у кінці місяця. Перший раз був ларингіт і бронхіт. Другий раз – трахеїт і бронхіт. Чи це може бути алергія? Антибіотики в больниці давали перший раз, і воно через 5 днів опять те саме. Поняли? Так. Так, це може бути алергія. Це може бути. Що робити в такому випадку? От Світлана, мені здається, вже не перший раз нам телефонує, тому що у нас вже було кілька програм про алергію. Uh-huh. Можливо, це просто подібна історія. Так. Але от так само... Такі історії дуже багато. Багато таких схожих, історій. Що робити діти, таким людям? Шести Очень років. Простой ответ. Кажіть. Іти на консультацію к врачу-алергологу, тому що треба вияснити, що це. Или к грамотному пульмонологу, наприклад, пульмонолог може грамотний, но, к сожалению, от врачи смежних професій пока плохо знают аллергологию. И вот что сегодня что радует, но вот из школы обучения стали приходить смежники. Лоры, врачи, дерматологи. Вот недавно лор один говорит... Педиатры. Педиатры, терапевты. Лор один иногда говорит, боже, что наши лоры творят в случае. Они там великолепно все делают, когда это инфекция, не знаю, все. Но вот не зная перекрестную аллергию настоящую, которую не воспринимают как чисто аллергия, почихал, почесалась, имея там масса факторов. То есть вот сейчас вот это очень радует, поэтому здесь надо, чтобы пришли к врачу-аллергологу, надо решить, истинная аллергия или псевдоаллергия. Може ведь совпасть, що це інфекція була, хоча вже маловірно, але все-таки. А давайте оце розберемося, тому що ви минулого разу казали про істинну алергію. Що це таке? Ну, псевдоаллергія – це що? Наприклад, пацієнт приходить і говорить, у мене алергія на мандарини. Я люблю этот пример говорить. Я говорю, сколько надо съесть мандарин? Он говорит, ну, одну съел, две, все нормально. Вот съел килограммчик, меня посыпало. То есть это говорит о том, что проблемы пищеварения, нехватка ферментов, гастрит какой-то, то есть продукты питания перевариваются неполноценно и раздражающие, что подразники попадают в кровь, и они воздействуют на сосудистую стенку, нервные окончания, вызывают высыпание и прочее. Здесь нужно полечить причину, там, тот же какой-то холецистит, тот же гастрит, или там это проблемы щитовидной железы, нарушение эндокринной системы и другие. Надо убрать эту причину. И там антител ИГЕ, те, которые к конкретному веществу,
их нет, они в норме. И часто пациент делает ошибку. Вот такой пациент идет, сдает огромные панели на аллергены, они все в норме, дрожат руками, говорит, я столько денег потратил, где же моя аллергия, симптомы-то есть. А там он должен лечиться у гастроэнтеролога, у гепатолога, у эндокринолога. А истинная аллергия – это именно нарушение в иммунной системе. Там есть несколько видов аллергии. Мы сейчас говорим только о так называемом реагиновом типе, IgE, IgE обусловленном, когда конкретному веществу, конкретному, не просто веществу, а белку, повышенное количество вот этих защитных антител, их просто намного больше. И слово-то аллергия – сверхгиперреакция. Поэтому есть, конечно, и третий вид аллергии, когда называется параллергия, когда есть и истинная, и псевдо. То есть, если у человека есть гастрит, он не застрахован, что не будет истинной аллергии. Вот это врачу надо не забывать об этом. А вот вы мне скажите, в принципе, все люди аллергики, чи ні? Нет, конечно. Ні. Нет, конечно. А чому тоді лікарі, от з власного досвіду, захворіла дитина, а лікарі призначають лікування, там ГРВІ, так? І обов'язково вони призначають якісь... Антигістамінний препарат. Так, так, антигістамінний препарат. Ну, перестраховываются, чтобы не было аллергической реакции на фармпрепарат. То есть, ну, вся это, тактика выправдана? Это не выправдана тактика. Ну, еще хотела бы сказать, что на самом деле любое воспаление, хоть вирусное, хоть бактериальное, происходит выброс гистамина, то есть воспалительный процесс участвует, в воспалительном процессе участвует такое вещество, как гистамин. И когда даются пациенту препараты антигистаминные, этот медиатор, он, ну, как бы выключается одно из звеньев воспалительного процесса. И, соответственно, не только выдаются, при любом простуде даются, что противовоспалительные препараты, стероидные, нестероидные и антигистаминные препараты также относятся к противовоспалительным препаратам. Все равно этого не стоит делать. Не стоит делать все равно, потому что полипрогнозия, она и ведет к сенсибилизации. То есть препарат надо назначать. Ну, знаете, здесь заинтересованность есть. Чем больше препаратов, тем кому-то лучше от этого. Ну, кому надо подумать? Не пациент уж точно. Вообще, врача, его ценность, его, может быть, искусство назвать, да, это когда он минимальным количеством фармпрепаратов, физиотерапевтических, других механизмов именно попадает в десятку, а не так, я назначу, что тогда попадет. Ну, да. И вот это потом вызывает, это есть хорошее выражение в медицине, оно называется полипрогнозия, назначение большого количества фармпрепаратов, которые совершенно один из препаратов попадает в десятку, второй в девятку, остальные мимо. Олександре, ви сказали, що насправді дуже важлива кваліфікація лікарів, що вони проходять навчання і навіть приходять смежники, ви їх так назвали. Ну, смежні, просто вони професії смежні. Да, кому-то ми смежниками йдемо, ну, хто-то нам. Але понимаєте? Смішно, коли про лікарів так кажуть. Ні, нам ні. Ну, правда. Але ж, наскільки важливо, я так думаю, що кваліфікація лікаря – це 50% успіху, тобто інтуїція. Наскільки важливе обладнання, сучасне обладнання – і ось ці новітні програми, якими, я так розумію, ви керуєтесь в своїй клініці. Ну, це обов'язково. Діло в тому, що врач-то і рости, який би він умний не був. Якщо у нього є ум, нет можливостей, то він, изучає щось, где-то вже клінічно. Як от часто говорили раніше, молекулярна алергодіагностика дуже дорога, дуже складна. Ну, так, а вона дійсно дуже... Да, вона дорога, але якщо розібратися, правильно сказать, то молекулярная диагностика начинается со сбора анамнеза. То есть грамотный врач, ну вот я, по-моему, в прошлый раз даже говорил про ту же вот березу, да, пациент говорит, я, говорит, вот сейчас чихаю, у меня насморк, у меня зуд в глазах и прочее, прочее. Я говорю, а как вы на продукты питания реагируете? Да, говорит, нормально реагирую. Говорю, а там яблоки, например, там какие-то персики. Он говорит, ну как, ну меня они раздражают, они кислые, и у меня там зуд во рту. Говорит ему, а если вы этот продукт термически обработаете? Он говорит, а термически нормально. И вот уже врач грамотный знает, что этот белок березы, который дает перекрест к тому же яблоку, к той же моркови, там, сельдерею и прочему, воздействует будет только на свежий, на сырой. А если будет термически обработанный, белок теряет аллергенные свойства. Другие белки не теряют аллергенные свойства. Есть масса вещей. Поэтому уже на этапе сбора анамнеза можно многое заподозрить. И потом более точно назначить диагностику. Поэтому грамотность врача, она очень важна. Но все-таки, если он будет грамотный, многое будет знать, но нет у него необходимого оборудования,
Ну, на этом все и остановится. И сам врач, имея оборудование, имея возможность дообследовать пациента до финальной точки, значит, правильное лечение, он сам тогда развивается, он сам тогда становится, у него больше возможностей. Без возможностей какой-нибудь гонщик, ну, дайте ему велосипед, ну, что он сделает? Дайте ему болид, он сделает рекорд мировой, понимаете? Так же само здесь. Галина, у мене до вас питання. У мене у друзів дитина хвора від народження. Я так розумію, там невеличка, ну, слабка форма ДЦП. Угу. І дитина страждає на алергію. Чи берете ви лікувати таких дітей, тому що поставити йому стандартні оці проби неможливо, ну, за певних причин. Чи беретесь ви лікувати саме таких дітей? Конечно. Чи є у вас програми для інвалідів, чи як це правильно називається? Ну, в плані алергії, правильно? Так. Його потрібно обслідувати, якщо ребенок там сип, я так розумію, крім ДЦП, в нього існує ще... Вони з'ясували, що це алергія на березу, ну, вони так думають. Дуже важко йому поставити алергопроби, і, тому що в нього ну, от сип по всім рукам, і він ну, неспокійний дуже. Як в вашій клініці, які підходи до таких дітей? На самом деле, хоть это проблема у ребенка, ну, сопутствующие, скажем так, заболевания, хоть это ДЦП, хоть это холецистит, хоть это какое-то другое заболевание, это проблемы с глазами, с ушами, с ногами, ну, в принципе, это не имеет значения. Аллергия – это заболевание, можно сказать, всего организма, потому что это заболевание связано с проблемой в иммунной системе. Если им, на самом деле, таких деток достаточно много, которым нельзя поставить на кожные прик-тесты, и взрослых, и взрослые так бывают, что там поражение кожи настолько большое, что кожа будет неинформативной, и поэтому таким пациентам берется анализ крови, и по сыворотке крови определяются вот эти специфические иммуноглобулины, и к виновным аллергенам определяются главные так называемые минорные белки, то есть благодаря этой диагностике мы можем прогнозировать, будет ли эффективна терапия у данного пациента, стоит ли ему назначать этот вид терапии, потому что оно достаточно длительное время происходит и достаточно дорого, то есть нужно спрогнозировать, нужно ли это лечение, будет ли оно эффективно. И, конечно, у этой терапии есть определенные виды противопоказаний. Одни из них – это, возможно, поражение центральной нервной системы. То есть я просто конкретно к данному ребенку я не могу 100% сказать. Мне просто интересно, какие ну, принципиально, да, безусловно. Индивидуальный конечно. Подход. Да, конечно. Я просто хотел бы сказать, что вот, чтобы не сложилось неправильное впечатление и у зрителей, и у всех, что именно кожные тесты что-то решают. Кожные тесты – это дополнительный метод. Он только говорит о том, что есть реакция. Он не говорит, на какой белок. Только именно лабораторный метод – это технологии иммунокап, так называемые, Айзек или тот же самый иммунокап. Только они могут показать, к какому белку. И только они могут сказать, подходит эта вакцина человеку или нет. Человек может реагировать на ту же амброзию, но это будет не главный белок, а минорный. И такая вакцина ему не подойдет. Надо искать дальше, к чему он. Потому что сегодня диагностика позволяет сделать практически 100% прогноз эффективности лечения. И кожный тест – это только дополнительный метод. Ось ця програма Айзек, ну, обладнання, так? Скільки алергенів там взагалі? Скільки разів треба здавати? Добре, от я до вас прийшла. Скільки разів мені варто буде здати аналіз крові, щоб з'ясувати, на що в мене алергія? Один раз. Просто взяли кров. А скільки алергенів? Ну, от у Айзек входить 112 білків. 112 белков, эти белки входят в очень большое количество разных растений. То есть врач, зная, если к этому белку есть аллергия, он знает, где эти белки содержатся. И он даже напишет целый список. Это не 112 аллергенов, это аллергенов намного больше, это 112 белков. Потому что аллергии вот эти ИГЕ не к всему там какому-то березе, к конкретному белку. Сам пыльца – это винегрет из белков. То есть вы сразу выдаст мне список, что можно, а чего нельзя? Да, в принципе. Скоро будет, к 2020 году, будет еще одна панель уже на 180 белков. То есть 112 еще не все входит, но это наиболее распространенные, наиболее важные. То есть все развивается, белки многие еще открываются. Не ко всем белкам есть аллерговакцины. Все работает, и мир идет вперед. Я бы хотела добавить немножечко. Вот в плане того, что сколько крови, сколько раз нужно сдавать и так далее. На самом деле, когда приходит пациент, первая задача доктора
вообще это аллергия или это не аллергия действительно поставить. Достаточно большое количество людей, одни думают, что это у меня не аллергия и мучаются от аллергических реакций. И выявляется, что это аллергия. Да, и наоборот, которые думают годами, думают, что это у меня аллергия, на самом деле никакой аллергической реакции нет. То есть это первая задача доктора. Потом в дальнейшем нужно определиться, на что аллергия, будет ли эффективное лечение и так далее. Особенно дети, они, безусловно, страдают от того, что у них берут кровь. Это для них страшная процедура и так далее. Для родителей, для самих родителей тоже не менее страшная процедура. Поэтому у нас в клинике берем кровь один раз, сыворотку откручиваем, согласие родителей, замораживаем и сделали первый этап обследования, определили, знаете, дорога, определились, в какую сторону дальше идем. Следующий взяли замороженную сыворотку, дальше смотрим, нужно дополнительное исследование. То есть однократный забор обеспечит дальнейшем до постановки диагноза и уже определения, что делаем дальше, какой дальше прогноз. Не каждый пациент может айзик сдать, он сейчас дорогой, поэтому иногда приходится идти вот эти, как Иван сказал, поэтапные методы, которые и экономят деньги пациента, и там уже думаешь, вот здесь исключили то. Есть, например, там анализ, который фадиотоп. Он говорит, есть вообще аллергия к респираторным или нет? У него это к чему? Он говорит, да или нет? Иногда, когда ты сомневаешься, он говорит, да. Угу. Есть к пищевым, есть к тому. И ты вот уже исключаешь и начинаешь там искать. Потому что подходов много. И главное прийти к результату, к какому белку аллергия. Вот это главное. К решению, главному решению. І тогда... Слухайте, ми з вами поговорили лише про алергію на трави, але ж є алергія на сонце, на комах, причому я це анонсувала літо. Давайте розкажемо, що ще може бути загрозливим для людей. Если взять, допустим, на тех же комах, действительно, что, вот скажем, аллергия, сейчас очень много общаются людей с реакцией на укусы комаров. Так. Волдыри большие и прочие. Что это может быть? Есть разные варианты. Вот первое. Александра, одразу, яка папула повинна бути, щоб сказати, що це алергічна реакція? Ну, скажем, если там папула, ви от эти уже медицинскими термінами говорите. Я вже 2 місяці веду програму. Ну, папула, скажем, она индивидуальна, но где-то, скажем, там до полусантиметра, до сантиметра, это даже может быть нормально где-то. Если она больше, значит, уже нужно задуматься о чем. Во-первых, любой пациент с аллергией, любой аллергией, на пыльцу, на что угодно, он будет немножко больше реагировать. Так у него там, как говорила Елена Ивановна, рассказывала, мы не вдавались уже про гистамин, там гистамина больше выделяется. Второй больше будет реагировать, когда есть такой белок бромелоин, который входит во все насекомые, все растения, эти пациенты еще сильнее будут реагировать. Но самое опасное, когда у пациента есть антитела аллергические к ядам насекомых. Чаще всего это 2 яда пчел и 2 яда ос. И подобные белки находятся практически у всех насекомых. И поэтому вот такой укус осы для такого пациента, аллергия к яду осы, антитела, он может быть даже смертельным. Или очень тяжело проникать с потерей сознания, с анафилактическими реакциями. А у других насекомых, как комаров, этого яда мало. Олександре, у нас залишається 3 хвилини, а давайте скажемо, до того, як людина звернулася до лікарів, якщо вже вона не знала раніше, що в неї є ось така реакція на там джіл, да? Що робити, якщо вкусила і наростають оці симптоми поганого почуття, що зробити? Перше, витащити жало, так. Содова примочка. Противоаллергический препарат антигистаминный. Будь-який. Антигистаминный. В течение первых 5 минут. И телефон вызывать скорую помощь. Потому что как дальше будет реакция идти? Если человек почувствовал потерю, почувствовал головокружение, большой отек пошел, почувствовал там неприятный какой-то привкус во рту, то есть симптомы-предвестники развития системной реакции, то часто сам пациент испытывает, это должны видеть его близкие. То есть, треба бути уважним. Ну, если есть близкий рядышком, да, так, чтобы, в принципе, если человек самостоятельно находится дома, сейчас начались фрукты, осы, пчелы кругом, соответственно, уважно дивитися за дітьми, щоб вони не вкусили цю, тому що лучше на улице не кушать фрукти, потому что... Тоже, смотря где укус, если это на конечности укус, конечно, он будет дольше немножко, если это в области лица, реакция может быстрее развиться. Ну, безусловно, это вот неотложная помощь. Это необходимо вызывать скорую помощь, дать самый простой антигистаминный препарат, и холод. И избегать контактов. Смотрите, если кушаете малину, гляньте внутрь, нет там осы. В том году был случай, когда пациентка взяла малину,
и не глянула внутрь. Я всегда смотрю, что там черви бывают. Она не глянула, и там была оса, и она ее кусила в язык. У нее не было аллергии, но реакция была токсическая, очень сильная. Ну, навіть, якщо з язика, она могла навіть, даже... якщо немає да, аллергии. Это да, это был отек сильнейший. А чи є аллергия на солнце? У нас дуже мало часу, але дуже швидко есть мені скажіть. Є аллергия на первые лучи солнца, это возможна аллергическая реакция, как бы адаптационная. И вначале это проявляется высыпаниями на коже, зудящего характера, и нужно принимать антигистаминные препараты и избегать солнца сутки двое, чтобы ну, успокоилась. Можна. Щоб звик. Да. А потім, тепер, як правило. А тепер, на жаль, дуже мало часу. Я знову вас чекаю в студії. Можливо, не будемо чекати наступного сезону осіннього. Раніше давайте зустрічатися. Тому що ви сказали, що є дуже цікава тема. Ми можемо поговорити про імунітет. Люблю вас на слові. Ну, можливо, на осінь краще. Можливо, як скажете. Дивіться, у нас є одна хвилина. Залиште мені 10 секунд ваші побажання нашим глядачам і настанови, і що їм треба робити, як уважними бути до себе і до своїх близьких. Ну, нужно, во-первых, любить себя и своих близких. И не заниматься самолечением. То есть, если есть какие-то симптомы, которые повторяются каждый год, нужно найти время и обратиться к врачу. Вот. И он даст рекомендации. Это не обязательно прийти к врачу, что вам назначит кучу анализов. Иногда никаких анализов не значит, даже только рекомендации, если там аллергии. Просто надо доверять себе и доверять врачам. Ну, я как детский аллерголог хотела бы сказать родителям, наших деток аллергичных, склонных к аллергии, чтобы они оберегали своих детей благодаря тому, что создавали им условия жизни, скажем, гипоаллергенную среду, поменьше ковров, поменьше накопителей пыли. На самом деле, к сожалению, котов, собак нежелательно заводить в доме, закалять детей для того, чтобы они не болели. Это тоже профилактирует аллергию. И хотела бы напомнить, что существует у деток, которые склонны к аллергии, существует так называемый атопический марш, то есть детки в процессе роста они адаптируются к вот этой своей гиперреактивности и помогать детям в процессе своего созревания. Нельзя запрещать животных детям. Просто надо, если заводить животное, проверить, нет ли аллергии. Ну, потому что многие дети сейчас тебя возненавидят. Я чекаю вас наступного разу. Я бажаю вам теплого літа, смачного літа та без алергії. Побачимось вже завтра о 17:15 в цій самій студії. А поки що, будьте здорові та бережіть себе. Па! Всього доброго.